30 лет исполнилось организации ветеранов Белокуракина. Этот юбилей местные жители отпраздновали в кругу единомышленников, людей, которые на протяжении многих лет отдавали свое душевное тепло землякам. О каких достижениях вспоминали и чем ветераны живут сегодня, в материале Елены Зверхановской. Сегодня работа белокуракинской организации направлена на оказание материальной и юридической помощи ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Члены организации постоянно принимают участие в жизни района и патриотическом воспитании молодежи. Сегодня мы собрали ветеранский актив, пригласили почесних людей Белокуракинщины, которые своими трудовими звершеннями досягли найвищих результатів и мають державні відзнаки. Здесь учителя, врачи, строители, хлеборобы, народные депутаты, журналисты. Ведущая праздника, заслуженный работник культуры Антонина Герасюта, больше 50 лет проработала в Белокуракинском доме культуры. В конце 80-х Антонина Герасюта создала фольклорный ансамбль «Золотая осень», который через 5 лет получил звание народного. И сегодня ни один праздник в районе не обходится без участия этого коллектива. Наснага, натхнення. Взагалі йдуть, мабуть, все ж таки від мого колектива, від народного ансамблю народної пісні «Золота осінь». Тому що ну, там не можна інакше. Там треба бути завжди в такому, знаєте, творчому пошуці. І ось тільки так. Так було і буде знову і знов, за того збирається родина. Антонина Ивановна говорит, что главными для нее всегда были и есть зрители. Ну, как же, мы что для кого-то это делаем, то, конечно, мне даже, ну, как, глядач, это тоже подсилює, как бы, такую энергетику, будем говорить, такую здоровую энергетику, моральную и духовную. На празднике в адрес ветеранов звучали теплые слова и благодарность за труд, профессионализм и самоотдачу. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подеи.